Луковица канно-зелено-лесный центурион, центурион, пользуется популярностью у цветоводов благодаря насыщенной окраске и величине бутонов. Лепестки растения крупные, широкие, яйцевидные, ярко-оранжевого цвета. Они эффектно выделяются на фоне крупной зеленой листвы. Цветение канны продолжительное, с июня до ноября, что позволяет в полной мере насладиться яркими красками. Высота растения ограничена 60 сантиметрами, поэтому корневище можно высаживать в садовые емкости. Это облегчает уход за канной и позволяет переносить цветок с места на место, изменяя композицию. Канна зелено-лесная центурион – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Канна прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола канна зелено-лесная центурион можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания канны прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает канна зелено-лесная центурион в месяц июль-август. Интересные цветы канны могут быть до 10 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 6-10 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Обратите внимание, что канна зелено-лесная центурион – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.